Состоялась встреча председателя Сената Али Маджлиса с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Узбекистане. Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества, нацеленного на дальнейшее укрепление партнерских отношений. Официальный Тегеран рассматривает отношения с Узбекистаном в качестве приоритетных во всем спектре сотрудничества с центральноазиатскими странами. Причины вполне ясны. Это прежде всего стратегически важная роль республики в регионе и либеральные реформы президента страны, которые нацелены на формирование свободных рыночных отношений и повышение привлекательности рынка для зарубежных инвесторов. Председатель Сената Али Маджлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева подробно проинформировала главу иранской дипломатической миссии в Узбекистане Хамида Найрабоди о возможностях наращивать сотрудничество между странами в сфере торговли, туризма, логистики, культурного, научного обмена и многих других. В данных, набирающих обороты процессах, немалая роль отводится парламентской дипломатии, как важному звену в реализации задачи внешней политики нового Узбекистана на международной арене. Стороны обсудили конкретные механизмы межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Отмечалось, что создание групп дружбы в парламентах Узбекистана и Ирана способствует развитию отношений. Их деятельность, в частности, направлена на поиск перспективных направлений сотрудничества в области законотворчества, парламентаризма, а также налаживание постоянного диалога по обмену опытом. Чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Узбекистан позитивно оценил наметившийся в последние годы высокий уровень двусторонних межгосударственных отношений, активизацию плодотворного диалога в политической сфере. В ходе встречи обсуждены направления дальнейшего сотрудничества. В частности, речь шла об активизации диалога с целью поднятия на новый качественный уровень отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также усиления экономического сотрудничества. Стороны, выразив заинтересованность в последовательном продолжении контактов между парламентариями двух стран, отметили, что внесут собственный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества и в целом расширение и углубление разносторонних связей между Узбекистаном и Ираном.